всем, друзья, приехали на природу. Вот, беда такая. Сломался у меня насос. Качать невозможно. Хочется на матрасе поплавать. Было принято решение, как бы выйти из положения, сначала дуть губами, но это нереально. Сейчас посмотрите, как мы выйдем из этого положения на природе, когда нет насоса. Принято решение на шланг намотать целлофановые пакеты. Сейчас наматываем. Подсоединяем клапаны. Я завожу машину. Таким образом у нас накачивается наш матрас. Ну-ка за ней что ли? Быстрее, чем любой другой насос. Ну чё ты? Не, посмотри. Слышите звук какой? Друзья, таким образом мы накачали матрас, теперь можно плавать. Кому понравился такой ролик, друзья, оцените лайком. Те, кто еще не успел подписаться, обязательно подписывайтесь. Всем удачи, пока.